Всем привет, друзья! Сегодня 1 марта, с чем я вас и поздравляю. И у меня стартует конкурс на канале в честь 8 марта. Хочу разыграть призы. Итак, первое место – это у нас подросток Эквестрица, который будет снят накануне отправки. И моя любимая волшебная смесь – удобрение для цветущих, органоминеральная, универсальная. Ну, другими словами, скажем так, это мой самый любимый биогумус, которым я чаще всего пользуюсь для цветущих. Итак, это первое место. Итак, второе место. Это у нас дендрофиленопсис на две псевдобульбы и один маленький рост. Это детка, растение небольшое, адаптировано, посажено в кору и торф. А также такое же удобрение биогумус, волшебная смесь, органоминеральная, универсальная, но только для всех видов растений. То есть уже не для цветущих, а более для декоративно-лиственных, для зеленых. И, наконец-то, третье место. Это та самая янтарная кислота, стимулятор роста. Экологически чистая, кристаллическая, правильная, разработана специально для растений. 5 пакетиков по 2 грамма, проверено временем, это точно. Самая качественная, самая эффективная в применении для орхидей и для всех остальных растений. И также высококачественный мох, который был собран собственными руками. Он очень качественный, восстанавливается при поливе. То есть он можете выращивать его как живой мох, либо использовать для орхидей в сухом виде. Вот такое третье место. Желаю всем удачи! Значит, по отправке. Отправка будет по теплу, так как у нас погода, хоть и 1 марта, но у нас март ожидается быть очень холодный. Вот у нас морозы и снег, и метель. Поэтому отправка по теплу и по Украине. Если вы из других стран и у вас есть такое желание участвовать в конкурсе, пожалуйста, участвуйте, но доставка будет за ваш счет. Все риски вы берете на себя. Я не знаю, как дойдут растения. Я, конечно, буду паковать очень качественно, утеплять и очень хорошо, но насчет доставки и рисков вы это все берете на себя. Условия розыгрыша очень простые. Вы должны быть подписаны на мой канал. Подписки должны быть у вас открыты. Как это сделать, я оставлю в конце видео. Также вы должны быть подписаны на мой Инстаграм. Ссылочку я оставлю в описании внизу этого видео. И также вы должны оставить комментарий под этим видео, то, что вы участвуете. Розыгрыш будет проводиться с 1 числа, то есть стартует сегодня, а заканчивается 7 марта в 23:00. Комментарии к этому видео уже будут закрыты. Выбор победителя будет проводиться рандомным способом с помощью рандомайзера. Скорее всего, что это будет прямая трансляция. Так что всем желаю удачи, все места ждут своих победителей. Еще раз поздравляю с первым днем весны, хоть и за окошком, не знаю как у кого, а у нас настоящая зима, но сам факт, что уже наступает весна, вот, март месяц, скоро 8 марта, так что это прекрасный повод поздравить всех моих любимых подписчиков. До встречи на розыгрыше. Всем пока-пока.